Друзья, приветствую, с вами Алексей Азаров, как всегда на канале «Недвижимости в Италии». Сегодня с вами посмотрим квартиру около моря, с гаражом и в пешей доступности. Слышно море. Этот отель «Наполеон», можете посмотреть по карте, но, в принципе, на наш сайт зайдете, там я поставлю правильную точку. Здесь спускаетесь, буквально одна улица, вот такая буква У, такая вот, и все, и вы у моря. Перед вами сразу спуск на пляж песчаный, бар, рестораны, здесь заправка. Там 24 часа магазины, Lidl, в общем, все под рукой. Я бы, конечно, сказал, что продается четырехкомнатная квартира, потому что это как вы захотите сделать. Алюминиевые окна. В данный момент сейчас здесь две спальные комнаты, но давайте начнем сначала. Вход. Здесь, как ни странно, есть гардеробная. Вот такая вот входная группа. Здесь зал с выходом на террасу. Можно закрыть, сделать просторную спальную комнату. Можно оставить такой большой просторный зал с видом на море. Апартаменты 130 метров квадратных, есть гараж, что очень важно. Сейчас спросим кондоминиум. Малеспизи кондоминиали кванты? Окей. В общем, он сейчас подумает и скажет мне, сколько какие затраты. Кухня. Индивидуальное отопление. Здесь у нас постирочная. Можно сделать, тут стояла стиральная машинка. Интересная зона. Техническая зона, в общем. Под что ее можно придумать, придумаете вы сами. Вы у нас с большой фантазией. Quante? Окей, 1200 евро стоит кондоминиум, и вода уже включена в эту стоимость. Откроем все двери. Идет коридор. Спальная комната. Нормальная квадратная с боковым видом на море. Еще одна спальная комната. Ванная комната. И вторая ванная комната.
Очень тихое место. И в пешей доступности. Вся подробная информация будет на нашем сайте azavars.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем пока, солнышко в душе и здоровья. Чао!